Витязь не тушуется. Вот мы уже несколько раз видели, как с шайбой наведывались в зону хозяев хоккеисты Витязя. Здесь Галашвили что-то не поделил с нападающим гостей. И вот, пожалуйста, первая стычка. Хлыстов пришел на помощь своему голкиперу. Ну, а вот гостей Кристофер Бреннон размахивал кулаками. Бреннон имеет большой бойцовский опыт выступлений в американской хоккейной лиге. Можно сказать, что по очкам он в этот раз превзошел своего оппонента. Хлыстову досталось ощутимо, но Бреннон может себя чувствовать неким моральным победителем. Вот то, что он начал со стычки с вратарем, конечно, это не должно приветствоваться. Причем Бреннон ударил первым, как видите, и, в общем, спровоцировал эту потасовку.